Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня будет новый видосик, посвященный Мазингу, а именно его модпаку. В официальной группе вышли некоторые скриншоты, которые я бы хотел с вами вместе посмотреть и их подробно обговорить, рассказать там и так далее. Также хочу вам напомнить, чтобы вы обязательно посмотрели вот это видео, это очень важно. Ссылка на это видео будет в описании, поэтому смотрите, и там будет голосование, обязательно голосуйте. Итак, как вы знаете, думаю, в официальной группе Мазинга вышли пару скриншотов. Некоторые вышли пару дней назад, некоторые вышли вот недавно, например, сегодня ночью. И сегодня я хочу их подробно рассмотреть и рассказать вам, что там есть, что там нету и так далее. Насчет, кстати, группы модпакера, то он пока что не активно вылаживает новости, но есть здесь новости, кому интересно, я тоже ссылочку оставлю в описании, смотрите там. Не знаю, он стримы иногда делает, поэтому там вы можете задать ему вопрос, но пока что от него таких прям новостей особо нет. Итак, вот в принципе один из этих скриншотов. Хочу сразу сказать, что этих скинов не будет в магазине одежды. Эти скины сделаны специально для мероприятий, короче. Эти скины сделаны именно для мероприятий. То есть они не будут в магазине одежды ни в каком. Вы не сможете себе его купить. И сзади у нас, как видите, много машин. Я вам покажу, что это за машины, и расскажу в принципе. Вы видите перед собой два скина. Это Человек-паук в принципе и Наруто. Человек-паук вы, думаю, все знаете из фильмов там и так далее. Наруто это из аниме. Я думаю, это все понятно. Эти скины будут сделаны для мероприятий. Для каких именно, я, честно говоря, не знаю. И даже придумать не могу, для чего. Но на этом сюжете есть не только скины, но и много машин. Давайте их рассмотрим. Это у нас, давайте я приближу лучше, покажу вам подробно. Это у нас, в принципе, гелик. Я думаю, вы его все знаете. Это у нас, по-моему, либо семерка, либо пятерка. Я просто не вижу решетку. Как бы, ну, похоже, на самом деле, больше на семерку, наверное, либо пятерку. Ну, короче, либо пятерка, либо семерка. То, что мне очень понравилось, это Раптор. Форд Раптор, вроде бы как. Блин, это очень крутая машина, и я бы себе ее приобрел, когда ее добавят. В принципе, вместо чего она будет? Я думаю, она будет вместо Санкинга по-любому, потому что, ну, другого варианта, я думаю, нет. Я бы себе с радостью бы купил эту тачку. Итак, следующее, что мы видим, это Toyota BRZ, либо Subaru, их там много делают, короче. Эту машину делала и Toyota, и Subaru, как бы. И разница между ними, я не знаю, какая на самом деле. Сзади мы увидим Сугурбан, Шевроле Сугурбан, потом видим Ламборгини Спайдер, получается, у него должна быть откидная вот эта крыша, в принципе, да. Потом Дукати, что мне вообще не нравится, я хотел бы, чтобы вернули обратно Ямаху. Да, это круто, что обновили там машины, мотоциклы, но, блин, то, что всем уже понравилось и его убирают, это не очень круто, короче. Дальше, Cadillac Escalade Premium, или как-то так он, Platinum называется, я точно не помню. А здесь мы видим Mazda RX 6 или 7, точно не помню. Потом это у нас Audi R6 и Logan. Ну, вот как-то так. Ну, скины эти прикольные. Я на самом деле думал, что сначала это картинки какие-то, знаете, прилепили. Но, видимо, это, скорее всего, скины. Ну, довольно-таки круто выглядит. Итак, следующий скриншот, который добавили совсем недавно, буквально сегодня ночью, это у нас Мишка, зомби и, блять, я не знаю, из Чужого или что это за скин, вот именно вот этот. Ну, это довольно-таки жестко, да? Эти скины также будут использоваться только для мероприятий. Я помню, как вот этот скин был в магазине одежды, я считаю, это было довольно-таки неправильно. Да, можно представить, что, типа, человек одел костюм, как бы, и так далее, но это довольно-таки не РПшно, я думаю, было бы. И его убрали, по-моему, в модпаке, именно в магазине одежды. Теперь он будет использоваться только на мероприятиях. Так же, как и скин зомби. Но этот скин был в старом модпаке Мазинга. Этот скин был на зомби-сервере, как я помню. Вроде бы как. Я, может, я ошибаюсь. Но этот скин я еще не видел. Ну, этот скин такой прикольный. Ну, блин, я представляю, если кто-то не будет знать, будет такой ночью играть, и такая хуйня выбегает, блядь. Я думаю, он пересрет такой, нормально пересрет. Так, вот еще такой же скриншот. Ну, только из другого же ракурса получает. Тоже. Я не знаю, из чего это. По-моему, из Чужого или из чего это, блин. Я, ну, такой, знаете, стрёмненький немножко. Ну, все. Но прикольно, блин, что разнообразие. Зомби с диглом, ну прикольно, да. Мишка, все дела, ну нормально, я думаю, нормально. Так, и вот третий скриншот, в принципе, да, вот такой вот. Ну, прикольный, я бы хотел, чтобы, кстати, еще добавили, там, не знаю, можно было Халка добавить, Железного Человека, там, еще кого-то, как бы. Можете, кстати, предлагать свои идеи в комментариях, какой скин бы вы хотели бы, чтобы еще добавили, мне будет интересно почитать, поэтому пишите в комментариях. Ну, скин какого-то супергероя из мультфильма, либо еще, ну, вы поняли, думаю, пишите в комментариях, короче.
Ну что ж, вот видео подошло к концу. В принципе, надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайки. Я посмотрел скины, какие были показаны в официальной группе Амазинга. Поэтому можете сами зайти тоже их посмотреть. В принципе, я бы сказал свое мнение. Следующее видео будет, наверное, серичка. Именно на сервере. Не разговорное видео, потому что я думаю, вам уже хочется какую-то серичку увидеть. Потому что до этого была рулетка, получается. Ну, поэтому в следующей серии будет именно летсплей на сервере. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side.